них работа – защищать спокойствие и порядок сотрудников полиции Щелковского района, инспекторов дорожно-патрульной службы, следователей и дознавателей поздравили на торжественном вечере в районном культурном комплексе. В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за добросовестную службу. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, смелости и удачи в борьбе с нашим общим врагом – преступностью. Благодарность Главного управления МВД России по Московской области вручена сержанту полиции Вадиму Кокрикову. Молодой полицейский служит во взводе патрульно-постовой службы. Работа в полиции – это, во-первых, помощь гражданам, помощь всем, кто нуждается именно в нашей помощи. Коллегам, конечно, удачи, чтобы у них все получалось в своем деле непростом. За 10 месяцев щелковскими полицейскими раскрыты более 1300 преступлений. По уровню преступности Щелковское управление занимает 8 место среди 46 районов Подмосковья. Увеличилось количество раскрытых краж. Почетные грамоты главы района полицейским вручил заместитель главы администрации района Евгений Петеримов. Полицейских поздравили и депутаты разных уровней. В этом году исполняется 300 лет российской полиции. За эти годы неоднократно менялось название вашей службы, но неизменным остается и сегодня ваше главное предназначение – стоять на страже правопорядка и законности. В этот праздничный день мне хочется вам пожелать, прежде всего, чтобы было в вашей жизни, в вашей работе поменьше тревожных звонков и побольше спокойных смен. Кропотливая и ответственная работа у дознавателя Дианы Белоусовой. Более 10 лет сотрудник полиции помогает выводить на чистую воду преступников и защищать невиновных. Считаю работу сотрудника полиции нужной для общества и важной. В этом году, в начале этого года, было раскрыто около 1300 преступлений в разных сферах, и в этом есть, конечно, и наша заслуга. И, конечно же, День полиции – это еще и большой творческий концерт. Сегодня в нем принимают участие и сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».